А вы слышали, что есть такой ресторан, все блюда стоят по 200 рублей. 1 килограмм свиных ребер – 200 рублей. Свиная рулька огромная – 1 килограмм – 200 рублей. Куриные крылышки – 200 рублей. Лангустини с соусом песто – 200 рублей. Кастрюлька мидий есть в соусе том-ям, а есть с сырным соусом – тоже 200 рублей. Ну так, сейчас будем пробовать. Смотрите, мы это все заказали, как это все аппетитно выглядит, и поверьте, это очень-очень вкусно. И на самом деле, все по 200 рублей, все, что сейчас вы видите на столе. Ребрышки, это ребрышки, вот это ребра. Нет, вот у Артема что там? Крылья. Да, вот те. Тоже крылья. Ребра. Отдельно рассказать про облепиховый клюквенный чай и молочный улун. Очень вкусные чаи. А где у нас? Вот, у нас здесь. Это клюквенный, прям клюква-клюква. А облепиховый у нас нету? Нету. Уже все выпили, потому что очень вкусно. Все стоит 0 рублей. Столики все заняты. Их можно заказывать на 2 часа только. Интересная картинная галерея. Смотрите. Животные. А эти бочки, где варится пиво.